Друзья, приветствую. Дмитрий из Североморска, Мурманской области, прислал посылку с образцами масла Mobil 1 ESP530. Значит, масло популярное, достаточно часто, я уже много тестов, значит, было его. Так, вот описание. Это 3-литровый дизель от Audi Q7. Чем, значит, любопытна данная проверка? Недавно проверял, из Нижнего Новгорода присылал Валерий от дизельного Porsche Cayenne. Масло, такое же масло, я так понимаю, такой же мотор, может быть, там нюансы небольшие различаются. И посмотрите, значит, в конце сравню эти ресурсы, посмотрим, как одинаковый мотор, одинаковое масло на разных автомобилях. Первым делом, естественно, из разных регионов, я имею в виду. Первым делом сравню свежее с ранее созданным эталоном, который находится в приборе. Вот, и потом уже проверю отработку. Смотрите, значит, по эталону. Очень интересное наблюдение, заранее вам скажу. Обращу внимание на некоторые моменты. Так, первый момент. 129 противоизносных присадок и гликоль 0,3%. Вот по щелочному и кислотному похоже. 8,1 в эталоне и 2,38 кислотное в эталоне. Значит, что по противоизносным и гликолю. Гликоль пишет, что часто это указывает на присадочный пакет. Там какие-то компоненты так себя ведут. Значит, я недавно проверял Shell HX8, будет позже видео, и Shell Ultra. И там такая же ситуация. Те же 130, 132, 135% противоизноски, небольшое повышение гликоля. Я думаю, что, значит, у Mobil это постоянная картина, вот эти скачки. Я сначала не мог понять, думал, рецептура. А сейчас понимаю, что, скорее всего, какой-то из компонентов присадочного пакета был заменен. Что у Mobil, что у Shell. Поэтому вот он дает такой результат. Значит, спектр меняется, и прибор вот так. Значит, это позволило поднять противоизноску, не сильно отражаясь на, значит, кислотном. Так, ну, давайте приступим к проверке и отработке. Ну, это мое мнение, по крайней мере, вот по этим изменениям. Как я уже говорил, Audi Q7 2014 года, 3-литровый турбодизель, CRCA, значит, 245 сил, пробег автомобиля 85,5 тысяч километров, небольшой, 7,5 тысяч на масле, 325 мот-часов. Так, смотрим, значит, противоизносных присадок 76%, гликоля нет, сажа 17 сотых, шикарный результат, то есть вообще вопросов нет, топливная идеально работает. Небольшое, значит, для этого для 325 моточасов кислотное не сильно выросло, даже до единицы не доросло, 3,24. Вот. И щелочное 5,6, еще хороший такой запас в масле. В общем-то, масло полностью кондиционное, и еще у него есть приличный запас. Вот. По воде тоже особо, там в эталоне 400, ну, вода неизменная, то есть все, вопросов нет, мотор свежий, для дизеля 87,5 тысяч вообще, ну, как бы прикаточный режим, вот, как бы все отлично. Так, там три баночки было, просто, значит, Дмитрий попросил проверить и еще там, еще одно свежее сравнить, в общем-то, тоже по нему вопросов нет. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости. Посмотрите, тоже все отлично. Есть небольшое разжижение, но это может быть условия эксплуатации, там где-то больше города. Вот, в общем-то, скорость такая городская, 23 средняя. То есть абсолютно нормально, масло себя отлично ведет, дизель прекрасно с ним дружит. Да, не забывайте отметить видео, поставить палец вверх, подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик, так и не пропустите новые видео. И давайте посмотрим на предполагаемый оценочный ресурс. Значит, в данных условиях, в данном автомобиле, ресурс масла у меня получилось 553 моточаса. Это примерно 12700 километров. Около 700 моточасов по нитрованию. То есть здесь фильтр все нормально. Ну, вязкость тоже, как видите, там на 50 тысяч с такой тенденцией его хватит. То есть отлично. Мобил работает. Дизеля. И сейчас покажу вам прогноз с Cayenne. Ролик я прикреплю, наверное, чтобы сильно не искали. И посмотрите, что на дизельном Cayenne с таким же мотором, с таким же
580 часов. Разница у нас получается 20 с чем-то моточасов, но это состояние мотора. У Каена, я так помню, там что-то в районе, по-моему, если не ошибаюсь, 140 пробег. Значит, ну и видите, да, все. По фильтру может быть у Каена там чуть-чуть похуже, воздушному. Поэтому по нитрованию ограничение возникло. Лучше по, значит, по вязкости. Здесь городской, там может быть смешанный. Я уже, честно говоря, сейчас не сильно помню. Но, в общем-то, по моющим нейтрализующим свойствам очень близкие результаты. Несмотря на то, что Audi эксплуатируется в Мурманской области на севере, а, значит, Cayenne в Нижнем Новгороде. Мне кажется, любопытный, интересный результат. Значит, в общем-то, тенденция видна. Ресурс можно оценить. В принципе, я считаю, что 500 моточасов – это масло в этом моторе, при условии того, что он исправен, спокойно может отработать, а то и поболее. Вот такой получился тест. Благодарю Дмитрия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующем видео. Ну, естественно, мира всем. Пока!